Итак, это пятница, 29 сентября. На часах мне показывает 5 часов 35 минут. Ты смотришь меня, значит, съешь печеньку и будешь большой молодец. Хочу всех поздравить с тем, что наступила пятница. Наконец-то вы снова отдохнете от учебы, от работы. А кто-то из вас завтра на выходных, уже в субботу, будет храпеть. Храпеть, короче, будет спать. Вот и все, что я хотел сказать в этом, в обычном блоге про пятницу.